назад, это было воскресенье, мне очень поздно вечером уже позвонили, что у нас вот здесь храм, рынок, а возле рынка здесь живет собачка, и собачку сбила машина. Мы незамедлительно выехали, но, к сожалению, собаку мы не нашли. И буквально вчера звонила женщина, которая кормит здесь кошечек, собачек. И прислала мне на WhatsApp видео, что собака появилась и просит помощи. Приехали к Шарику. Сейчас мы его покормим. Лиде пока временно его положили у себя. Посмотрим, что у нас с лапкой. Лапа вся горячая, тут, скорее всего, начинается гангрена. Вот, наверное, будет полная ампутация лапы. Смотрите, какая у него уже... Шарик, ну пойди сюда, милый. Пойди, как же ты жил-то, господи. Как же ты жил-то, господи, милый мой. Как же ты выжил-то. Мои уважаемые подписчики, добрые, дорогие. Я очень вас прошу, каждого откликнуться на беду Шарика и помочь нам отвезти собаку в клинику. Без вас, вы знаете, что я просто не справлюсь. Люди, будьте, пожалуйста, милосердны. А собака — это не игрушка. Собака — это такой же член семьи, даже, наверное, они хуже маленьких детей, потому что маленькие дети до определенного времени молчат, потом начинают говорить хотя бы, что у них болит. А наши четвероногие друзья, они просто безмолвны. Они просто просят помощи глазами. Не берите собак просто так. Это не игрушка. Берите собак для души, для любви. И прежде чем взять животное в дом, взвесьте, пожалуйста, все за и против. Готовы ли вы на то, чтобы дать нашему четвероногому другу все самое лучшее? Спасибо вам большое всем. Я понимаю, что нагрузка месяца тяжелая, но для меня она тоже тяжелая. С таким я живу уже 8-й год, но и мимо такой боли и мимо такой беды я пройти просто не могу. Это буду тогда не я. Если уж я помогаю всем бездомышам этого города, то я просто не могла не помочь собаке. Спасибо вам огромное всем. Всем давно известно, что этот мир несправедлив. Что даже не нужно пытаться искать здесь хоть какую-то справедливость. Но когда дело касается животных и маленьких детей, всегда хочется кричать в небеса от бессилия. Ребята, от бессилия, от несправедливости и боли в сердце. Сегодня у нас новая и страшная проблема. Искалеченный малыш. Инвалид Филя. Мы не можем пройти мимо беды, которая случилась с ним на днях. Малыш Филя жил в одном из дворов многоэтажного дома в Тульской области. Совершенно добродушный дворовый пес, который весело играл с детворой и с благодарностью вилял хвостиком, когда ему давали люди кусочек хлеба или косточку. Никого не кусал, не обижал, не делал ничего плохого, ребят. Но внезапно для него мир померк. Кто-то равнодушный и жестокий наехал на собаку и, не оказав помощи, бросил одного. Так Филя пролежал долго. Он только скулил от боли и не мог встать на лапы. Зоозащитница Наталья Семяшкина приехала на место сразу, как только ей позвонили. Девочка, не бойся, мы тебе помощь оказываем. Солнышко, не бойся, мать. Сладуйся. Мы сегодня покушали. Сейчас он у нас на сухом корме. Мы его хорошим кормом кормим. Нам нужно немножечко силы восполнить после удара, после клиники, после всего. Вот, мы пописали. Мы теперь клеёночку постелили. Мы пописали, слава богу. Сегодня всю ночь мучились, но пописали. Вот. Все лекарства он принимает, укольчики мы все ему сделали.
лечимся, стараемся выздоравливать. Чувствительность в ножках есть, мы гладили его, он реакция есть на ножки. Врач в Калуге, который осматривал Филю и заново делал контрастный рентген, считает, что при такой тяжелейшей травме позвоночника и разрыве спинного мозга тот факт, что сохранена чувствительность, ребята, и подергивание задними лапками, не иначе как чудом, назвать невозможно. И мы должны использовать этот крохотный шанс. Приехали в клинику. Вот она. Клиника, приемное отделение. Вот машинка наша. Вот. Филя тут. Филечка, да, тут. Вот он. Вот маленький, хороший парень такой. Все выдержал. Как настоящий бурундучок. Вот. Ну теперь он, давай отдохни пока, вот, и мы, нам как раз 3 часа еще. Клиника, конечно, здоровая, так что вот так, все нормально. Мы проделали долгий путь спасения Фили. Когда я выехала на место, я никогда в жизни не видела столько боли в глазах собаки. Боль, отчаяние. Он просил помощи, он плакал. Это не передать словами. И я очень хочу поблагодарить канал «Верные друзья Global», что помогают волонтерах, которые спасают от жестокости, насилия вот таких вот бездомных псов. И благодаря каналу «Верные друзья Global» я обратилась за помощью со своим личным горем. И спасибо всем, Мариане, Юлии, всем подписчикам данного канала я хочу выразить свою искреннюю человеческую благодарность за каждую вашу помощь, за каждую вашу вложенную копеечку на спасение Фили. Мы с вами находимся в ИВЦ ветеринарной академии имени Скрябина. Именно сейчас проводится операция нашему Филе. Мы очень надеемся на улучшение и качественный исход этой операции. Филе успешно пережил операцию. В час ночи мне позвонил доктор, сказал, что операция прошла успешно. Сегодня Филечка с утра хорошо покушал. Сам сходил в туалет. Парень борется. Сегодня перевели его в палату интенсивной терапии. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова приветствуем вас на нашем канале. В этом видео мы расскажем, как проходит послеоперационный период нашего Фили. Друзья, особое внимание мы хотим выделить для вас. Ведь благодаря вашей моральной и финансовой поддержке нам удается спасти лохматую жизнь. Друзья, спасибо вам от всей команды волонтеров «Верные друзья Global». Мы ждем врача и узнали от администратора, что к Филе пришли не только мы, а неравнодушные наши подписчики канала «Верные друзья Global».
Здравствуйте, как вас зовут? Меня Наталья, моя дочка Даша. А вы на канале подписаны с нами давно? Нет, недавно. Недавно, да? Ну, всю историю о Филе, в принципе, сначала вы знаете, да? Вот, что собачка, к сожалению, у нас попала в такую неприятную ситуацию. К сожалению, вот злые люди такие вот. Жестокость происходит к животному. Как можно так жестоко относиться? Я много подписана на приюты, помогаю, деньгами. Вот, и увидела ролик про Филю, вот, и не смогла остаться здесь. Ну, я смотрю, вот тот, да, подвезли нашему. Нужны, вот, ну и чуть угощение ему. Ясно, спасибо вам большое. И спасибо за ваш труд. Распространяйте наше видео, делитесь, рекомендуйте нас, потому что, сами понимаете, мы делаем благое дело по нашей возможности. Вот он наш Филя. А можно вылечивающий врач? Ну, сегодня в да. Период реабилитации примерно, сколько он длится будет? Ну, я думаю, он лучше с реабилитологом. Это какие-то водные занятия, потом на постоянной основе владельцы выполняют упражнения. Вот. Поэтому не могу точно вам период сказать. Обычно это несколько дней занимаются реабилитологи, потом владельцы сами делают. А мы вот узнали, что у вас открылся центр реабилитации с августа. Да, реабилитационный. Угу. То есть, а какие там процедуры? Биостимуляция, массаж, все, что по показаниям реабилитолога. Угу. Для каждой патологии они разрабатывают свою программу. А так вот по состоянию у Фили? Он стабилен, поэтому он может находиться в реабилитационном стационаре. Он продолжит свой курс лечения, это антибиотики, это антибиотическая терапия, но это никак не мешает занятиям. Вот. Мы кушаем, все у нас хорошо. Доброе утро всем, добрые зрители, доброго канала. И как всегда, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. Еще раз хочу поздравить всех женщин, девочек, мам, бабушек, мужчин, дедушек, всех-всех-всех с наступающим новым 2021 годом. Желаю вам здоровья, добра и удачи. И пусть новый 2021 год принесет нам как можно больше позитивных моментов и поменьше трагических историй пушистиков. Все это больно, все это тяжело. Таковы реальности нашей страны, когда никому ничего не нужно. И от этого страшно и больно. В данном ролике моя большая уже такая дружная состоявшаяся семья. Впервые я
обращаюсь к вам по поводу Фили и Шарика. Кто не знает Филю, Филя — это старый пес, который жил в одном из дворов нашего города, и на него, на лежачего, наехала машина. На тот момент мы уже плотно общались с Марианной и с каналом «Верные друзья», и Марианна очень тронула судьба Фили, и девочки взяли все обязательства и попечительство на себя. Следом у меня тут же оказался Шарик, сбитый машиной. Ребенок, который 3 недели где-то выживал сам, потом пришел за помощью к людям. Но, к сожалению, Шарику пришлось ампутировать ногу, так как уже было поздно достаточно все делать. И Шарика тоже спасибо Марианне, всем помощникам ее, каналу «Верные друзья Глобал». Они тоже, понимая груз ответственности, да, и так как канал у них был развит, у них было много подписчиков, они Шарика тоже как бы взяли на свое попечительство. Спасибо, за что им было большое-большое огромное, потому что на тот момент я только развивалась на канале, и я не понимала, куда, как и что мне делать, потому что все вы знаете, что в моем приюте особенным собакам пока, к сожалению, условий нету. Сейчас и Филя, и Шарик благополучно находятся на передержке у Натальи и Вадима. Наталья и Вадим — это добрейшие души люди, это золотые люди с чистым и добрым сердцем. Это я поняла в первый же день встречи с ними, когда Вадим встретил меня, сразу же взял Филечку на ручки. И столько нежности, тепла, и столько у людей любви к собакам. У них много собак, именно проблемных. И я поняла, что это люди, люди с душой, люди моего круга, у которых хочется быть. Наталья, большое вам тоже спасибо. Тот груз ответственности, который вы несете тоже за собаку, это дорогого стоит. Но сейчас немножечко не об этом. Вы все знаете, что наши собаки, да, всеми полюбившиеся Филя, благодаря опять Марианне была проведена такая дорогая операция Филя. Я бы, конечно, не справилась сама. Очень много людей переживали за Филю. И сейчас эти собаки все, как бы, скажем так, легли на наши с вами плечи. То есть теперь ежемесячно, как я и говорила, нам придется собирать на Филю и на Шарика, оплачивать передержку. Да, это сложно. Сейчас я обращаюсь к вам впервые с тем, чтобы нам собрать Филе и Шарику 22 тысячи на передержку на месяц. Да, это большая сумма, я понимаю, но так как вы понимаете, да, Филя инвалид-колясочник, Филя делает очень много манипуляций и очень часто носит на руках, и все эти проблемы, да, это, как бы скажем, такой труд, нелегкий, но и одновременно благородный. Поэтому извините за сумбур, я просто не знаю, я впервые действительно обращаюсь к вам с просьбой помочь нашим собакам теперь жить и выживать. То есть ежемесячно мы в конце каждого месяца и по 5 число будем открывать сбор на Филю и Шарика. Эта сумма 22 тысячи за 2 собак. Я обращаюсь к каждому из вас. Нас уже почти около 2000 человек подписчиков. Если каждый из вас переведет 100 рублей, то это большое вам спасибо, большая помощь. Пусть маленькие суммы, но их много. Когда все люди откликаются, это же здорово, ребят. И, конечно же, я очень рассчитываю на вас и на вашу помощь. Как только я соберу нужную сумму, тогда мы ролик закроем. Уважаемая моя дружная большая семья, я очень рассчитываю на вас, на вашу помощь и на то, что мы все-таки будем справляться и ежемесячно оплачивать Филю и Шарика. Конечно, одна я не справлюсь. Ну и в конце ролика, как всегда, мои слова благодарности всем, каждому, кто откликается, кто помогает. Огромное большое спасибо вам за то, что вы с нами. Мы вас, всегда говорю, любим, ценим. С уважением к вам, волонтеры бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.